Сплоченность и уважение к своей культуре. Уже 7-й год подряд Союз армян Украины организовывает детско-юношеский лагерь на берегу Черного моря в Одесской области. Какие ценности армяне прививают своим детям? Об этом далее в сюжете. В каждом из них течет кровь древнего кавказского народа. В поселок Сергеевка съехались 60 детей из армянских семей со всех регионов Украины. Путевка сюда стала своеобразным поощрением за успехи в учебе, спорте и активное участие в жизни диаспоры. И вот 2 недели глубокого погружения в армянские традиции. Мне нравится гордость в каждом человеке за свою нацию, за свою родину. Помимо танцев, песен и рисования, изучение истории и географии Армении, уроки родного языка. Для самых маленьких армянский начинается с необычных букв алфавита. Но дети говорят, он совсем не сложный, хотя отличается от украинского или русского. Ну, 11 букв есть, которые в русском языке нету. Т, а в русском Т. П, а в русском П. Смена длилась 2 недели. Вожатые старались не перегружать детей учебой, давали возможность и в море купаться, и просто развлекаться в свое удовольствие. У нас было множество мастер-классов. Мы проводили для них интеллектуальные игры. В общем, насыщали лето как могли. В лагере отдыхали и несколько школьников из самой Армении. К слову, они были приятно удивлены уровнем знаний своих украинских сверстников. Я не ожидал, что здешние армяне так будут тесно связаны с армянской культурой, будут сохранять обычаи. Было неожиданно. Организаторы говорят, в первую очередь хотели, чтобы дети подружились между собой, потом поддерживали отношения и знали. Теперь у них есть друзья в разных городах Украины. Одной из целей это является общение самих детей, их правильная консолидация для того, чтобы они дальше могли эту культуру правильно нести всем тем, кто находится за пределами своей родины. Организаторами лагеря является наша общественная организация «Союз армян Украины» во главе с председателем Веленом Григорьевичем Шатворяном. Кстати, отдохнуть ребята могут и зимой в Закарпатье. Там организовывается молодежный лагерь. А пока на прощание гимн Армении и коллективное фото. А еще ожидание новой встречи. Ведь в следующем году все повторится. И море, и танцы, и дружеские улыбки. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесская область.